Белореченский военный комиссариат проводит набор граждан на военную службу по контракту для комплектования воинских частей и подразделений Южного военного округа, Республики Ингушетия и Чеченской республики. Первый контракт прохождения военной службы заключается на 3 года с гражданами не старше 40 лет, годными к военной службе по состоянию здоровья. Кроме денежного довольствия, военнослужащие по контракту имеют бесплатное получение высшего образования, медицинское обслуживание, трехразовое питание. Для контрактников предусмотрен полный социальный пакет и возможность накопительной ипотеки.